Итак, заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Только в Ульяновской области ежедневно выявляют до 300 новых случаев заражения. Поэтому правительство региона ужесточает контроль за соблюдением режима повышенной готовности. К мониторинговой группе присоединяется корпорация развития предпринимательства. Первые рейды они провели в торговых сетях. Безопасная разметка нанесена, маски и перчатки у сотрудников есть, как и антисептики с СИЗами при входе. Только пользуются ими не все. Почему без маски? Если одни сразу находят средства индивидуальной защиты, то некоторые нарушители игнорируют даже вопросы сотрудника полиции. Сами работники торговых сетей стараются предупреждать всех о мерах безопасности, но порой дело доходит до абсурда. Некоторые, бывают покупатели одевают маски, берут у нас на столе, либо достают свои сумочки. Как правило, у многих они есть в сумках, в карманах. Есть такие, которые разворачиваются, выходят. Есть такие, которым при отказе на кассе обслуживают, берут товар и выходят с товаром без оплаты. В Ульяновской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла почти на 5%. Усилить меры безопасности сейчас одна из важных задач всего населения. Но и для тех, кто не желает соблюдать простейшие правила в общественном транспорте или магазинах, грозит штраф до 30 000 рублей.